Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья. Маша Аллах, это мы в Мекке. Жара на улице, 44 градуса. И вот ищу место для парковки. Самая проблема — это где-то припарковаться. И никому не этот, как бы, не навредить. И вот иногда, если ставишь машину, то, конечно, ставишь свой телефон. Здесь у нас Россия. Это еще с хаджа остались наклейки. Хадж-миссия России. Вот здесь ставишь на лобовое стекло, чтобы люди, если позвонили, если ты кого-то прижал, вот здесь сейчас припаркуешься, например, пойдешь на намаз, и нужно поставить свой номер телефона, чтобы если что, звонили люди. Ну вот так. Сложности. С парковкой сложности. Альхамдулиллях, альхамдулиллях.